Привет, привет, мои дорогие ребят. Сварила все на окрошку, но дело в том, что пока все остывает, ну ладно, яйца можно в холодной воде на это остудить, а картошку ты не остудишь в холодной воде, она будет водянистая, а если делать с горячей окрошкой, она будет тоже какая-то не такая, ой, картошкой. И у меня, вот тут я привезла сдачу, то, что осталось, сварили свеку, не съели. Ну все, я вам вон там положила. Думаю, надо едать. Говорили, что я про Чапаринку забыла. Не забыла я. Мне сейчас не очень сильно, конечно, его хочется есть, потому что он жжет. У меня десна-то все обточены, ну, все подготовлено. Ну, вот думаю, попробую. Не дожевать, кусать неудобно. Все, Юля. Мне надо все через терку и так тереть. Жую я аккуратно, потому что мне больно. На. На. А вот это чисто. Или мелко резать. Поэтому... Потерпите немножко. Ну вот у тебя, вот. Мне даже кусать неудобно. Это деснами, деснами были зубы. Кусала. Я вчера яблоко не могу огрызть. Все мягенько и надо. В общем, сварила все на кружку. А уже время там. Мы с Викой чуть-чуть так перекусили. Два яйца на двоих и рыбку. А время уже к вечеру. Сейчас курицу дам. Пойдем, думаю, пока картошка остывает. Все равно кружку в холодильничек надо положить. Надо перекусить. Поэтому не могу я пока Чапаринку кусать. Очень аккуратно надо. Я же говорил даже, что когда он все это делал, было больно, когда он десны вот так вот так поднимал, готовил. Так-то вообще не было. Но когда я оттуда вышла, это было... Ну все! Все, давайте! Это было что-то с чем-то. Еще когда отходила заморозка. Я чуть не рыдала. Десны болят. И вчера мы собирались домой с Викой. А решили остаться, а не заезжал вечером кормить. Все.
Поэтому ем-то я сейчас очень, ну чтобы мне не было больно. Скоро. На экранах страны мама Наташи грызет орехи новыми зубами. Да, я раньше любила то орешки, то еще что-нибудь. То баночку открыть. Зубками. Мне сказала, что это навечно. Что я всегда буду молодой и красивый. В общем, всех обнял. Пока-пока, чмойте-чмойте, ваша Наташа.